открываю я один известный сайт, который в свое время когда был одним из лучших новостных ресурсов. Но потом несколько раз перешел. Сейчас, в принципе, это такой рупор государственной пропаганды. Знаете, что там на морде сайта? Помимо пары новостей с Донбасса, как вы думаете? Россиянка посетила Таиланд и объяснила, почему там не любят россиян. Английские ученые объяснили, как продлить оргазм. Почему новостей о том, что наши школьники выиграли Олимпиаду по физике, например, а у нас это регулярно происходит, почему, я буду миллион раз это повторять, уже миллион раз повторял в эфире и буду повторять, почему эти новости не на первых полосах? Это, между прочим, если это рупор государственной пропаганды, так пусть им тогда в известном месте и скажут, ребят, вы задолбали с продлением оргазма и поездками в Таиланд. На морде сайта должны быть и такие новости в первую очередь.